Профессиональный праздник Юлия Антипина встретила на рабочем месте. Она библиотекарь школы номер 2. Говорит, нехватки читателей нет. Тишина школьной библиотеки нарушается со звонком на перемену. Кто-то пришел полистать журналы, кто-то взял книгу. Выбор большой. Сегодня фонд школьной библиотеки – это 35 480 учебных художественных изданий, пособий, газет и журналов. И во всем этом библиотекарь обязан разбираться. Все думают, что здесь не сидеть, сиди ты и выдавай книжечки. На самом деле, конечно, работа очень тяжелая, кропотливая. Нужно общаться с детьми, знать литературу, разбираться в технике, потому что сейчас компьютерные программы, очень много в интернете сейчас всяких разных данных, программ, презентаций. То есть библиотекарь этому должна тоже уметь и научиться. Даже век интернета, когда любую информацию можно получить в сети, школьная библиотека остается востребованной. Вообще я, если честно, читать не люблю. Ну, здесь просто интересные книги, здесь рекорды Гиннесса, почему надо вести здоровый образ жизни. Мне просто интересно, я прихожу, и когда у нас нет уроков, я сюда прихожу, мы играем в мафию иногда, мы читаем книги. Интересно, вот. Мы в школе очень любим библиотеку, потому что мы очень любим читать. Из-за этого мы всегда ходим в библиотеку и познаем новую литературу и новый мир. Если не задаешь, какими предметами литературы, я прихожу в школьную библиотеку, потому что она рядом. В библиотеке очень приятно находиться, очень атмосферно. Также очень добрая библиотекарь Юлия Александровна. Она всегда даст любую книгу и подскажет, какую лучше выбрать себе. Шелест страниц и особый аромат книг не смогут заменить современные гаджеты. Библиотека в эпоху информационных технологий по-прежнему остается центром знаний, а его сотрудники – верными проводниками в мир знаний и приключений. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».